Здравствуйте, дорогие друзья! 18 марта 2020 года исполняется 6 лет с того памятного дня, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал межгосударственный договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В соответствии с данным договором в составе России образовалось два новых субъекта – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Это событие имеет важное значение в новейшей российской истории. Вешний ветер флаги России целует, песни и слезы, плещется счастье волной. Крым навеки, в гавань родную причалил, он вернулся в нашу Россию домой. Наш концерт открывает Шорова Динара. Давайте встретим ее громкими аплодисментами. Ну что ж, мы продолжаем, и следующий номер я хочу представить Хиштову Диану. Давайте ее также встретим громкими и бурными овациями. Родилась
Слово «большое-большое». Пусть не бывает на свете чудес. И если сказать это слово с душою, глубже Марьяна, выше небес. Давайте встретим Хамукову Оссану также громкими и бурными аплодисментами. Солнце и